В преддверии Международного женского дня Совет деловых женщин Палаты предпринимателей Актюбинской области организовал бесплатный обучающий мастер-класс по выпечке для мам детей с особыми потребностями. В мероприятии приняли участие около 10 мам. Актюбинский кондитер Гуляим Абиева поделилась искусством выпечки нескольких несложных, но очень вкусных блюд. Это очень легкий мастер-класс, который выпечка дома для домашняя выпечка, чтобы мамы из доступных продуктов могли испечь для своих любимых сладости булочки. Сегодня у нас будет уйгурская самса из слоено-песочного теста. Я буду девочек учить красиво лепить. Также будет ягодно-заливной пирог, который можно менять начинки, и будет каждый раз новый пирог. Мы часто проводим такие мастер-классы, выезжаем в районы, также входим в разные центры, где есть мамы, которые вот бытового насилия, и вот такие вот проводим благотворительные мастер-классы.